Газпром добыча Ямбург не первый год поддерживает вожатых молодежного центра технологий занятости в Новом Уренгое. За летнюю кампанию 5 студентов филиала Уральского регионального колледжа трудоустроят в рамках договора за счет средств предприятия. Для ребят из студенческого педотряда это настоящая практика и возможность прокачать компетенции вожатых. На одном из первых занятий студенты в оригинальной игровой форме познакомили бойцов трудовых отрядов главы города друг с другом и поставили небольшой спектакль в формате импровизации. А еще все лето в газовой столице будет действовать программа «Город белых ночей», где участники этого молодежного проекта точно проявят себя с различных творческих сторон. По этой программе порядка, по-моему, более 100 мероприятий, в которых наши вожатые принимают участие, ну, своей вожатской работой. Они организуют детей, они проводят досуг, они помогают главным координаторам программы. Для студентов это очень хорошо. Ребята очень цепляются за эту возможность, правда, заработать деньги, потрудиться, а не просто так провести лето.